Особое внимание глава региона уделил Парку Победы. Вячеслав Федоричев дал поручение советнику по урбанистике Анастасии Сорокиной и главе города Елене Лапушкиной разработать концепцию развития парка, основанную на современных актуальных тенденциях создания общественных пространств. Наша съемочная группа спросила у местных жителей, каких изменений они ждут в Парке Победы. Хотелось бы, да, чтобы побольше было зелени, побольше было аттракционов детских, опять же, потому что что-то маловато здесь. Детская Можно площадка, вот, сделать, все-таки да. Даже вот посмотрите сами, она уже самопокрытие и уже такое. Все-таки дети бегают, могут там и травмироваться, и все прочее. Не хочу, чтобы вернулось до начала тот парк, который был. В парке было сделано по улучшению парка, был постелен газон лет 5 назад по всему парку. И здесь есть орошение всего парка. Это орошение не работает уже несколько лет. Парк не стрижется. Раньше были газоны, мы могли с детьми все здесь гулять. Сейчас мы здесь не можем гулять. Я жду улучшения. Конечно, я жду. Это парк один. Озеро у нас самое беспокоит. Но он и загрязненный, постоянно и собаки купаются, и все-таки хочется, чтобы за ним ухаживали лучше. Чтобы скамеечек было побольше. Потом, чтобы, как сказать, нам вот это вот озеро... чтобы там птички у нас плавали, уточки. Ну и еще. Ну, так-то вроде бы ухаживают за ним, все убирают, все. Ну, конечно, побольше бы зелени нам надо, цветов. А то цветочки какие-то у нас все такие вяленькие. Вот. Побольше цветочков, побольше такой зоны, чтобы была... Как говорится, дети могли побегать, поиграть где-то. Нам вернули озеро, там и дети купались, вот, и чтобы его почистили, а то постоянно воду заливает, все превращается в болото, и потом закрывает, воду сливают. Пускай почистят и вернут достойный вид. Парка, как-никак, это тоже лицо парка, озера. С озером, да, вот здесь вот проблемы такие. Мы как-то весной пришли сюда, здесь были уточки с утятками. Вот все спустили эту воду. Ну, надо бы, конечно, хотя бы наполнить это водой, вот очистить. Там такое сейчас безобразие. Все нужно как бы обновлять. Все, вот эта вот площадка, она уже вся такая разбитая. Вот это вот нужно было для детей, чтобы больше каких-то аттракционов было. Вот там вот озеро наладят, оно там... реконструкция какая-то будет. А так мне нравится. Здесь чисто, хорошо. Мы ждем это озеро. Там же здесь всегда утки плавали. А вот в это лето нет уток. Уток не хватает. Потому что с утятами плавали.